Масштабный танцевальный марафон стал праздником здорового образа жизни и активного долголетия. На бульвар Новый Венец с разных муниципальных образований области съехалось более 300 участников мероприятия в возрасте от 55 лет до 85. Все они члены центров активного долголетия. Мне очень нравится. Прям с удовольствием пришла и танцую, и всем рекомендую. Приходите к нам в центр активного долголетия. Будем жить долго и счастливо. В Ульяновской области на сегодня 172 центра активного долголетия. В них созданы все условия для активной жизни старшего поколения нашего региона. Приходят разные люди, мужчины, женщины, пенсионеры. Мы занимаемся чем? Досуг проводим, спортом занимаемся, помогаем малоимущим. Что-то, поделки какие-то делаем, устраиваем конкурсы, танцы. Вот недавно у нас было цветущая вишня, бал открыт. Занимаемся очень хорошо, у нас все очень здорово. Для того, чтобы мероприятие состоялось, к марафону подключились партнеры, инструкторы фитнес-клубов. Для флешмоба они выбрали фитнес-программу «Zumba Gold». Знаете, «Zumba» — это уникальная программа, фитнес-программа. То есть это не просто танец, это фитнес-программа, и поэтому каждый человек может сразу не учить какие-то движения и шаги, он сразу приходит и начинает танцевать. Это действительно волшебство, когда человек приходит и танцует сразу. Эта программа специально так разработана, это действительно уникальная программа, вот в этом ее уникальность. Всего к российскому танцевальному марафону в этом году присоединилось 12 городов. Всех участников ульяновцы смогли увидеть благодаря организованному телемосту. Старт дала Москва. В результате был установлен мировой рекорд – самый массовый танцевальный флешмоб «Zumba Gold» старшего поколения 55+. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ул-Правда ТВ.